будете жить. Лучше бы разозлилась. Мне и так неудобно. Ой, какие большие глаза. А чьи такие большие глаза? Ребенок тут ходит. Шторы задергиваются. Вечерние. Ой, какие шторы-то вообще. Поэтому мой вердикт таков. У этих двоих фиктивный брак. Чьи такие большие? Смотрите. Ему необходимо жениться до конца года. Но его невеста сбегает в Америку заниматься балетом. Опасаясь, что я займу его место, они с бабушкой решаются на эту авантюру. Выходит, ребенок тоже поддельный? В мире сейчас сплошные подделки. Всякое может быть. Кошка, ты что такой глазастый? Ой, какие большие глаза. Жарковато сегодня. На холодные напитки. Я не могу это принять. Вы должны беречь здоровье и жить долго, чтобы увидеть, как мой Ильон возглавит эту семью. И тогда я плачу вам за ваше терпение. Сполна. Что ж, хорошо. Мы в одной лодке. Значит, плыть нам вместе до конца. Постарайтесь найти доказательства того, что брак фиктивный. А я буду всячески вас поддерживать. Ну, такая кошка. Где документы, которые я просил? Они готовы. Но я хотел спросить, вы точно не передумаете? Нет. Делайте, как договаривались.